друзі, як завжди у цей час ми працюємо в прямому ефірі. Якщо у вас є бажання і час, приєднуйтесь до нас. Це розмова на тему, а тема нашої сьогоднішньої розмови – музично-літературна зустріч «Слав'янський бал», яка присвячена Дням слов'янської писемності та культури. І у нас сьогодні в гостях голова Миколаївської обласної національної громади «Русіч» Тамара Білоусова, керівник вокального ансамблю «Водограй» Ольга Брижата та учасники вокального ансамблю «Водограй» Роман Жепала і Ірина Бурлаченко. Друзі мої, здравствуйте. Спасибо, що ви приїхали к нам в студію для того, щоб явить красоту, для того, щоб явить культуру і для того, щоб просвітить всіх наших телезрителей вот этой вот неповторимым колоритом именно нашего края. Тамара Николаевна, рассказывайте. Ну, разрешите мне поприветствовать в этот сегодня замечательный июньский день всех николаевцев. Наступило лето, долгожданное, которого мы долго ждали, естественно. И встречи, которые проходили в рамках Дней славянской письменности и культуры, они имели тоже такой объединяющий характер. Характер созидания, мира, теплоты душевной и дружбы. И сегодня вот такая встреча. Я с Корабельного района приехала, а ребята приехали с Баловного. Видите, вроде бы окраина города, но вот в рамках нашего мероприятия нас просто удивил, поразил этот колоритный ансамбль «Водограй». Юрий Иванович своими зажигательными танцами Зинченко, вот, песнями. И самое главное, что теплотой человеческих сердец. Вот такой у нас прошел замечательный праздник с литературно-музыкальной композицией, которую подготовила Раиса Фоминична Суханова, с танцевальными номерами, песнями. Так хочется, чтобы побольше было таких светлых, чистых, добрых праздников, которые, я считаю, что мы все друг друга видим и слышим. Хотим, чтобы услышал весь мир, что мы умеем дружить, нести высокую культуру, а самое главное – созидать. Это, по-моему, самое главное. Тамара Николаевна, и дружить. Конечно, в торжествах, которые приурочены к Дням славянской письменности, принимали участие люди разных национальностей и разных культур. И это не мешало им чувствовать себя комфортно рядом друг с другом. Ну, вы знаете, я считаю и говорю по праву, что Совет национальных обществ Николаевской области один из лучших объединений в Украине. Поэтому нам не важно, на каком языке мы говорим, а важно то, что мы несем. Чтобы были мы честными, правдивыми, добрыми. А в каждом обществе есть таланты. Так наградил нас Всевышний. И польской культурой, и болгарской, и греческой, белорусской. Ведь была Лолита Мурадовна, она рассказывала, сколько проходило мероприятий. В нашей общине у нас были Дни славянской письменности, проводили библиотеки Русецкая Лина Степановна, блокадники ленинградцы 22-го встречались, и мы никогда не делим людей на национальности. Самое главное, что мы одна семья, и мы едины, это самое главное. Угу. Вот о единстве очень даже актуально сегодня, правда? Вы Потому знаете, что люди разобщены. В какой-то степени да. По политическим признакам. По-разному. Ну, да, да. Да, и финансовым, материальным. Но вы знаете, от этого человек не должен страдать. Вот глядя на детей, вот День защиты детей. Почему нам сегодня, ну, честно говоря, мне просто к сердцу открыто, вот глядя на детей, я учитель по образованию, я люблю детей. Я с ними, где уже даже работала и, допустим, в другой сфере, все равно. Мы проводили праздники и во дворе, и встречались, и на экскурсии ездили. Это должно быть в каждом сердце каждого человека. Улыбаться детям, дружить с семьями и уважать старших. Вот как золотое правило должно быть у каждого человека. Угу. То есть вот, друзья мои, вот сейчас прямо в прямом эфире телеканала «Николаев» прозвучало, вот мы наконец и вывели формулу жизни, золотое правило жизни. Еще раз, Тамара Николаевна, какое? Любить детей,
дружить с семьями, интернациональными семьями. Это сейчас так модно, у меня зять голландец. Вот, мы с ним дружим, я его просто обожаю. И уважать старших. Вот три таких кита, на которых, в принципе, и держится более-менее стабильная жизнь любого общества. Друзья мои, как сказала Тамара Николаевна, любить детей, дети – наше будущее. Вот сидит наше будущее. Наше будущее очень волнуется, но чтобы будущее, в конце концов, не волновалось, мне бы хотелось, прежде чем мы дадим слово руководителю ансамбля «Водограй» Ольге Брижатой, мне бы хотелось, Оля, может быть, наше будущее явит себя в таланте пения? Да, конечно. Вы не возражаете? Нет, как конечно, руководитель? Только за. Ну что ж, тогда я попрошу нашего режиссера Наталью Лысюк. Наталья, будьте добры, помогите нам, чтобы будущее себя проявило. Будьте добры. Что-то в мире случилось такое. Сердце стало у всех ледяное. О любви и мечте забываем, и все чаще близких теряем. За идею слепую, не близкую нам. Мы не слышим и спорим друг с другом. Чтобы сердце не было ледяное, прозвучала такая замечательная песня в исполнении участников вокального ансамбля «Водограй». Друзья мои, если сердце ледяное, сразу под солнце, топите лед, потому что нельзя, с ледяным сердцем не проживешь, да, Тамара Николаевна? Да, хочется мне сказать, вот призвать всех людей на планете и сказать им такие слова, что никогда не бывать смертям, никогда не рыдать матерям, никогда хлебам не гореть. Мы за мир. Это мы, патриоты, заявляем спокойно и веско. Наш огромный мир, весенний мир, не дадим убить войне. Никогда на планете не позволим мы царствовать смерти. Никогда ни на планете не погаснет великое солнце. Верьте. Это главное верить, конечно, если есть вера. Друзья мои, спасибо вам большое, замечательная песня. Вы так в ансамбле хорошо прозвучали, волновались по-честному? Да, немножко. Немножко волновались. А, давай руку. Не будем волноваться. Дружить, не будем волноваться. Вот, пожали друг другу руки. Но, тем не менее, волнение не мешало вам петь. Ольга, конечно, ваша заслуга как руководителя. Ну да. У вас сегодня присутствуют два участника. На самом деле ваш вокальный ансамбль «Водограй» состоит из... Из 15 человек, да. Работаем мы уже 3 года, это мои самые первые ученики. А, это самые первые? Самые-самые первые, ну, но не самые любимые, я всех очень люблю. Они как мои дети. Они мне всегда помогают, всегда поддерживают, я тоже всегда за них переживаю. Это моя душа. Я без них, я не могу без них, да, хотя в самой есть семья, есть маленький ребенок, но все равно душа стремится чаще всего к ним. В принципе, чужих детей не бывает, да? Никогда не бывает и никогда не будет. Они есть и будут моей душой, они как, я отдыхаю вместе с ними.
Роман, Ирина, будьте добры. Роман, вот вы расскажите, пожалуйста, вы первые участники ансамбля «Водокрай», который создан Ольгой Брыжатой. Вы один из первых участников. То есть вы, в принципе, вам и первое ведущее место отведено. Вы солист ансамбля? Можно сказать, да. Так, и на солиста всегда, конечно, накладывается особая ответственность. Какая? Ну, кроме того, что нужно быть в белой рубашке, причесанным, а еще? Ну, нужно хорошо спеть, не подвести всех, потому что, когда ты солист, ты когда поешь, нужно, ну, не перебивать других, нужно слушать их. Я всегда хочу, что когда вы поете, надо слышать друг друга, для того, чтобы был ансамбль, для того, чтобы была как система, организм, один организм. Только один что-то выйдет из строя, то вся система выйдет из строя. Как часы, да? Как часы, да, как часы. Они должны слышать друг друга. Да, бывает всякое, бывает мы ругаемся, но все мы, наш решается в нашей маленькой семье. Ирина, вот когда Ольга, ваш руководитель, сердится, как вы, чтобы она не сердилась? Мы стараемся почаще ее слушать и все время слушаем ее, но все равно бывают такие моменты, когда нужно позлиться. Когда нужно позлиться. Ну, бывает спортивная злость такая, да, Ольга? Они иногда расслабляются, тем более сейчас лето. Они сейчас больше в море отдыхать не встают. Некоторые учатся же не только в Балаковской школе, а и в Николаеве учатся. Им тяжело. Они так приходят вообще никакие. Приходится вот так их немножко в тонус приводить. Надо, вот надо. Я всегда им говорю, что большинство зависит, 99% зависит от труда, 1% от таланта. Есть такое короткое, но очень ёмкое слово «надо». Господа, но я хочу акцентировать ваше внимание на том, что сегодня действительно уже лето, жарко, а наши юные гости, несмотря на то, что каникулы в школе, посмотрите, какие они нарядные, они красивые, они пришли для того, чтобы в нашем прямом эфире прозвучали чистые детские голоса. Хотя, если честно, ну, пока нас никто не слышит. Неохота была, правда, Роман? Да, потому что жарко, а вот это опять одевай практически школьную форму и иди. Но есть короткое слово «надо». Да. И ничего нельзя сделать. Сколько вам лет, Роман? Мне 10,5 лет. 10,5 лет. А вам, Ирина? Мне 11. 11. И вот такие маленькие дети, ну, в принципе, маленькие дети, но уже такие ответственные. Или не всегда? Преемственность поколений. Дети, бабушка. И молодежь. Да, у нас, и вы замечательные. У нас, ну, я как уже, да, как связующее звено. Да. Вы знаете, дорогие телезрители, дело в том, что каждый мастер, он, в принципе, учит не только словом, но и делом. Вот Ольга одна из тех немногих мастеров, а может быть и из многих, у нас много мастеров на нашей благодатной земле, которая учит не только словом, но и делом. И сейчас она на деле продемонстрирует свой талант. Ольга, я извините, что ну, вот в прямом эфире я понимаю, что это в принципе неожиданно для вас. Ну, да. Но такие мы. Ну, с нами сложно, журналисты. И вы знаете, патриотическая песня, потому что наша родина Украина, мы живем на Украине, и мы хотим это слышать. Ольга. Да, ну эта песня николаевского автора Александра Сычева. Навкруги я озирнуся, луги, поля, щиро я тобі всміхнуся, моя земля, мелодійна рідна мова, казки, пісні зігрівають ніжно душу мені. Білі хати мальовничі стоять в саду, шлях до них завжди по пам'яті я знайду. І лелек, що на дахую гніздо своє, буде серце пам'ятати моє. Це моя земля, це твоя земля неповторна і єдина. Це твоя земля, це моя земля, Україна, Україна. Браво. Спасибо. Да, хорошо, что не полопались у нас светильники, слава богу, что выдержали, но действительно у вас очень сильный, Ольга, голос и хорошие вокальные данные. В принципе, вы можете представлять и нашу страну где-то.
на больших ну, аренах. Это, как сказать, я очень благодарна своему руководителю, который меня тоже учил. Ее, правда, уже не живая, Грищенко Надежда Владимировна. Она мне очень многому научила. Это она вложила в меня вот такое, что дети и любовь к детям – это главное. И музыка – это как для меня тоже главное. Мы должны идти вперед, несмотря на наши проблемы, на то, что творится вокруг. Мы должны идти и нести тепло. Потому что когда мы будем идти и нести тепло, тепло будет распространяться и будет теплее тем людям, которые находятся возле нас. Конечно, и вот вы несете тепло телезрителю, но это не то тепло, от которого хочется спрятаться в тени, это совсем другое тепло. Это тепло сердца, которое согреет и охладит, согреет зимой, охладит в жару. Да, да, да. Вы создали свой ансамбль «Водограй». Когда вы его создавали, вы как планировали его создавать? Вот чтобы какие дети были, какого возраста, какой репертуар? Ну, когда я создавала, я еще училась в Николаевском колледже культуры и искусств. Я до этого еще работала в английском театре, и я просто помогала девочке, занималась детками вокалом и предложила свои как бы услуги. Вы хотите, я могу еще дополнительно работать с вами вокалом. Ну, вот они согласились. Я пока думала, ну, за ансамбль я еще даже не думала. Я думала сначала просто как бы отдельно. Создать такую группу, да? Да, такая небольшая группа, да. Тем более у нас деревня, где любят люди музыку. Нас много поют, нас и бабушки. Наверное, все поют, да? Да, все поют, И у нас как по крови переходит. И как-то у нас со временем больше и больше детей, больше начало набираться, всем так нравится. Мы участвовали в Аксамытовой стежке, мы плюсоки записываем. Мы очень благодарны нашим спонсорам, которые нам помогают. Очень благодарны. Это Шаповалова Инга Алексеевна. Ей очень-очень сильно благодарны. Она нам и автобусы выделяет, и деньги на плюсовки дает. Мы очень ей благодарны. Очень такой добрый человек. Вот сейчас очень мало добрых людей, что просто как... Просто помогает. Не из корыстных целей именно. Вот да, чтобы не... Вот приезжайте, снимайте и расскажите всему свету, какой я добрый. Ну, да, баловная, да. Баловни судьбы. Видите, как сам этого стежка прямо в самое баловное, в да. Самое сердце. Действительно. А вот, Роман, когда вам Ольга предложила принять участие, стать участником ансамбля «Водограй», вы долго думали, чтобы стать участником? Не, я сразу. А вы учитесь в музыкальной школе? Ну, я сейчас учусь. Угу. Какой у вас инструмент ведущий? Ну, у меня ведущий инструмент фортепиано. Фортепиано. Ирина, у вас? А я не учусь в музыкальной школе. Но тем не менее... Но тем не менее я учусь понемножку играть на фортепиано. Угу. Я тоже помогаю, потому что я тоже училась в музыкальной школе, где учится сейчас Роман. Римско-Корсакова, это в первой музыкальной школе, да, и так получилось, у нас даже был один и тот же преподаватель, да, это Лариса Анисимовна наша, так получилось, ну, сейчас я по чуть-чуть и учу детей играть на фортепиано, осваиваем уже инструмент, ну, получается пока получается. Таланты. Таланты в землю не зароешь. Тамара Николаевна, и, конечно, очень здорово, что и ваша тоже организация, она объединяет много разных талантливых людей. И детей. Да, я считаю, что вот за Русичем большое будущее. В том плане, я вот недавно прочла, думаю, ну, кто же такие все-таки исконные русичи? Это гиперборейцы. Парацельсус сказал, что будущее за гиперборейцами. Это нация, которая не принадлежность к русичам, потому что, ну, действительно, посмотрите, у нас Ковалевский Михаил Тимофеевич, Шевчук Людмила Григорьевна, Шкаруба Леонид Михайлович. Это я называю наши поэты, Фалёв Валерий Федорович. Вот такая плеяда вот людей не только талантливых, это в каждом обществе их очень много, конечно. Можно назвать море. Но вы знаете, на... Вот это вот плеяда тех звезд, из которых мы черпаем вот все самое хорошее. Это теплоту, доброту, дружбу. Они приехали из разных регионов, но их объединила наша Николаевская земля, наш Николаевский край. Вот, я считаю, что мы живем на Николаев, это подкова, где собрано все самое лучшее под святым Николаем.
Вот. И я просто, это моя земля. Я здесь родилась, здесь мои деды, прадеды, здесь мои родители. И я обожаю. И я верю в то, что, как сказал Парацельсус, придет время, и русичи по новой возродятся. Вот в единой семье созидатель. Только созидать. С улыбкой, с добротой, из, как вот называется, от всей души. Вот сейчас лето, сейчас мы уходим, многие уходят, вот дети уже наше будущее, оно уже на каникулах, да, ребята? Да. Уже на каникулах, слава Богу, Господи, слава Богу, что каникулы. Это такое счастье, правда? А у вас, Тамара? А я хочу пожелать, вот сегодня вспомнили учителя, да? Да. Который вложил в замечательную девушку, вложил вот талант. А я хочу вспомнить всех развил, учителей. Наверное, развил, тогда, да. Развил. И вложил. Да, вы знаете, я считаю, все равно, это как воробушек, вот учитель, это как такая птица, которая вот своим клювиком что-то все видолбит. Но не в том суть. А вот учителей, которые вот закончился учебный год. И я хочу сказать такие слова: учитель, пусть тебя 100 раз восславят и возблагодарят, и вознесут на трон из песен, который так прекрасен твой труд и так же интересен. Поэтому учителям нашей Николаевского края Олечка, не самые лучшие. А Олечка заволновалась. Олечка, не волнуйся. Да, покашляйте, ничего страшного. Да. Мы живые. Это подтверждение. Конечно. То, что действительно учитель – это... Все. Да. Прекрасно. Это радость. Это светлое. Это свет. И придут к ним новые ученики. И будут здесь в студии сидеть вот такие, как новые дети. Но я думаю, что еще не раз встретимся с ними, потому что эта плеяда несет нам мир, добро и светлое будущее. Вот самое главное. Да, действительно, я понимаю, вы ратуете за учителей, потому что, как вы изволили заметить, вы сами учитель. Нет, ну да, конечно. Это моя профессия, но... Я работала в другой сфере, я все равно любила и люблю ли людей. Это самое главное, любить людей, природу. А есть вещи, которые вы не любите? Не люблю, когда лгут. Вот это для меня самое страшное. Когда я чувствую, что человек говорит неправду... Вот сейчас, да, мы немножечко теряем бойца, но это не страшно, телезрители. Это я маленько, хочу сказать... чуть-чуть ближе подвиньтесь, да. Вот так вот, потому что наша героиня Ольга Брыжат, она очень разволновалась, но это не страшно, поверьте мне, потому что, во-первых, прямой эфир, а во-вторых, я думаю, что Ольга к нам еще вернется, правильно, Тамара Николаевна? Да, да. Так. И вот я считаю, вы знаете, как-то раньше я над этим как-то мне было просто обидно, там где-то неправильно сказали, где-то что-то. А сейчас я, очевидно, мудрости набрала житейской уже 63-й год, поэтому я считаю, что нужно прощать. Або просто можно обнять вот человека или взять за руку, вот, допустим, где-то, вот легким прикосновением, улыбкой. Бывают такие случаи, но нужно реагировать. Марина, чуть-чуть ближе к Оленька присядьте. Мы, к, у нас, вернулся на, да, вернулся. Видите, мы снова в том же составе, в котором мы начинали эфир. И слава Богу, потому что ну вот начало и конец всему делу венец. Так что, телезрители, мы снова в полном составе, чего и вам желаем, чтобы и в вашей жизни всегда все проходило в полном составе. Но уже как этого добиваться, это уже... Ну да. Как вот вы добиваетесь, Оля, чтобы как-то в полном, не терять бойцов? Вот, например, Роман звонит вам и говорит, я сегодня не приду, потому что у меня болит голова. На самом деле голова не болит, а просто не успел сделать уроки. Ну, бывает так? Нет. Если какие дети. А у вас, Ирина? Бывает. Ой, как я вас понимаю, да? Как я не знала. Теперь буду знать. Теперь буду знать. Нет, Оля, ну, вы будьте снисходительны, пожалуйста. Понятно. Я просто приведу такой замечательный эпизод. Пришли мы на праздник, и пришла Дашенька, да, так, красавочка там, ну, действительно, такая умничка. И я смотрю, над ней наклонился. Олечка, ты, да? Да-да. И что-то так назойливо, так, а эта Дашенька сидит, и такое впечатление, что она... Ну вот уже весь мир она покорила. Вот такое это. Я увидела этот диалог,
Но зато какая, я честно вам говорю, наверное, будет заслуженная артистка. Ну, мы ее пригласим в студию. Обязательно ее пригласите, это Дашенька, да, это потому такой, что много как, замечательных как, людей, вот но среди нас, них, да, среди них этот ребенок просто. Сегодня у нас есть участники ансамбля «Водограя» Роман Жипало и Ирина Бурлаченко, друзья мои. Ольга Брыжата, руководитель вокального ансамбля «Водограй», и глава Николаевского областной национальной организации «Русич» Тамара Белоусова. Вот сегодня они украсили, я так полагаю, наш эфир, и мне кажется, что и сделали и жизнь немножко добрее. Це була розмова на тему. На все добре.